Практической гимнастики «Зимняя сказка». В этом году у нас необычайно много участников, и я надеюсь, что мы сможем с вами насладиться их выступлением. Представляю судейские бригады. Возрастная категория 6-8 лет, младшая подгруппа. Бригада технической ценности. Анастасия Сергеева, Беларусь. Анна Нагорнова, Москва. Бригада артистической ценности. Елена Бакулина, Москва. Татьяна Александрова, Нижний Новгород. Бригада исполнения. Александра Захарова, Нижний Новгород. Мария Киселева, Раменск. Возрастная категория 8-10 лет, младшая подгруппа. Бригада технической ценности. Екатерина Ковалева, Москва. Ольга Лихачева, Нижний Новгород. Бригада артистической ценности. Елена Михайлова, Ростов-на-Дону. Елена Сидорова-Меликова, Нижний Новгород. Бригада исполнения. Александра Захарова, Нижний Новгород. Анна Румянцева, Санкт-Петербург. Начинают свои выступления гимнастки возрастных категорий 6-8 и 8-10 лет младших подгрупп. На площадку приглашается команда «Азары плюс» Ростов-на-Дону.
площадку приглашается команда «Калинка Бэйби», город Воскресенск, возрастная категория 6-8 лет, младшая подгруппа.
Спасибо. Перед нами выступала команда «Юней», город Электросталь. Оценка команды «Азарель Плюс» 8 баллов ровно. Оценка команды «Рассвет мечта» 13,6 балла. На площадку приглашается команда «Пеппи Делис», город Волгоград. Thank you.
Нижнего Новгорода. Спасибо, девочки. А на площадку приглашается команда «Карамельки», город Москва, возрастная категория 6-8 лет. На площадку приглашается команда Sunnet Shine, город Раменское, возрастная категория 8-10 лет. Thank you.
Спасибо команде. Зрители, приветствуйте. Перед вами выступала команда Sunnet Shine, город Раменское. Гимнастки свободны. Оценка команды «Калибри» 16,5 балла. На площадку приглашается команда «Аэлита», город Волгоград, возрастная категория 6-8 лет. Перед вами выступала команда «Аэлит», город Волгоград. Команда свободна. Оценка команды «Карамельки», город Москва, возрастная категория 6-8 лет, 11,7. Внимание, представители команды «Золотое сечение», возрастная категория 8-10 лет. Просьба сдать диск звукорежиссеру. На площадку приглашается команда «Лапландия Надежда», город Апатиты, Мурманская область.
Приветствуем наших гостей из дальнего региона. Зрители, Мурманская область. Вы представляете, сколько их зрителей добирались? Спасибо, команда. И так выступала Лапландия Надежда, город Апатиты, Мурманская область. Оценка команды Sunnet Shine, возрастная категория 8-10 лет, 15 баллов ровно. На площадку приглашается команда Sunnet Star, город Раменское, возрастная категория 6-8 лет. Da 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 da
Thank you.
Спасибо, девочки. Вносится техническая поправка в оценку команды «Раксет Мечта», Тульская область. Окончательный результат 13,9. Оценка команды «Оскар Уэст» 14,2. На площадку приглашается команда «Сонет Лайт», город Раменское, Московская область. She split, I just didn't know.
На площадку приглашается команда «Нотки», город Красноярск. Спасибо, команда «Нотки». Зрители, приветствуйте. Красноярский край. Спасибо, девочки. Оценка команды «Азары плюс» возрастной категории 8-10 лет 13,2 балла. На площадку приглашается команда «София Смайл», Ленинградская область. Представитель города Белгорода, просьба подойти к главному судье.
Ленинградская область.
Спасибо, девочки. Оценка команды София Смайл, возрастная категория 6-8 лет, 12,2 балла. На площадку приглашается команда «Золотое сечение», возрастная категория 8-10 лет.
Спасибо. Спасибо, девочки. Команда свободна. На площадку приглашается команда «Калинка Кидс», город Воскресенск. Возрастная категория 8-10 лет. Give him the word that I adore. The time.
Перед нами выступала команда Азары, команда Свободна. А на площадку приглашается команда Юнона Скай, возрастная категория 8-10 лет. Гимнастки, младший подгруппы, свои выступления закончили.